Здравствуйте, друзья, вы на канале Sim Racing From Zero, с вами Борис. И только что квалификации, мы пока удерживаем пол. Одна британская свинья, вот, по-моему, седьмой, который, всю первую попытку просто мне тупо мешал. Он не пропускал меня, хотя был гораздо медленнее, он в двух, посмотрим, скольки он секундах, но эта мразь просто... Таких дебилов надо банить. Просто мне все это что-то выбесило. Тварь. На первых двух секторах мы проигрывали графику лидера, но потом отыграли на последнем секторе. Посмотрим. Да, они все в полутора секундах. Есть у нас пол. Главное, чтобы чисто пошел старт. Это не мудрено, если какая-то из этих мразей вот он прям намеренно в квалификации идет и не пускает, понимаете? Так, ну а так у нас pole position. 136 тысяч на секунду привезли, могли привезти гораздо больше. Квалификация закончена, результаты подтверждены. И тут старт очень деликатный, главное тут не просрать старт. Старт я не потренировал. Как же это печально. Гонка начнется через 60 секунд. Ну просто отморозок. Вот, где эта британская шваль вот эта вот? Вот этот вот, который 1.58 показал, вот этот, по-моему. И который на седьмом месте, а вот этот вот, что там пишет он? No clean run, это не он пишет. Что он пишет? Идиот. А тут идиотов, блядь. Так, один идиот покинул. У нас. Ну чё? 17 секунд. Well done, Матур. Угу. Ну давайте, сейчас все зависит от старта. Это, например, завершающий этап Кубка наций. Боремся за Россию. Тактика. Soft, medium. Главное старт, как обычно. Так, внимание, стартовая решетка. Ваш покорный слуга на pole position. На Mazda Atenza, новая раскраска. На 55 тысяч. На втором месте на Lexus Дима Пол Друид. Он прыгал 136 тысяч. Грек на третьем месте на 55,7. Ну, тоже, в принципе, неплохо. На четвертом месте у нас это болгарин, по-моему. Интересно, как он уже одну, две, эти остальные уже далеко, одну, две тут прыгают, полторы секунды, француз прыгает, Мика. На шестом месте бельгиец Фетч проигрывает тоже полторы секунды, почти 1,6. На седьмом месте британец Джеймс, 1,6. Много проигрывает. На восьмом месте немец Меда Карлос, почти уже 2 секунды, испанец. Значит, да? Отвлекся. На 10 месте француз 2,4 практически. На мы француз у нас Сань Джбурлян 2,5 секунды. Поляк на 12 месте 3 секунды и 1,1. На 13 месте британец вот этот мразь Racing Team GTR 3,3. Чё дергался? 14 француз 3, почти 4 секунды проигрывает уже. На 15 месте итальянец Дунки. Он 8 секунд проигрывает. На 16 месте 10 секунд проигрывает итальянец. Ну,
Ребята, зачем вы так едете, если вы даже не вкатывали? Швейцарец 1.12 секунд. Боже мой. Так. Главное, старт очень деликатный. Без старт, без трекшена. Без трекшена. Мне еще не выгодна территория. Сейчас вот тот дебил обязательно сунется. Я вас отвечаю вообще. Просрал. Блядь, да что ж вы такие твари-то, а? Кошмар. Угу. Твою мать! Четыре секунды штрафа. Твою ж бога душу мать, а? Что это человек, я не знаю. Так, ничего страшного. В 3 секундах. Все, собрались. Сейчас не так это страшно.
настигаем потихонечку. Пораньше. Заправим немножечко. Такая у нас отличная тактика. Отлично. Блять. Блять, пидора.
польская курва, блядь, а? Что ж мы за... Мразь. Мы выходим в лидеры гонки на 7-м круге. Да, нужен отрыв. 7 секунд, 8. Thank you.
5,5 секунд. Так, все. Так, внимание, тут аккуратненько. Тема 4, грек. Так. Удалось. Удалось сохранить лидерство. Отлично. Начать отрываться, главное. Thank you.
Все, ребята. До свидания. Съеду, только не накосячу. До финиша 4 круга. Почти, чуть больше 4 кругов. Мы лидируем. C4. 4 секунды. Секунд, отрываемся. Фух, пришлось попотеть. Круговой. Так, 7. Уходим, уходим, уходим. Секунд. Еще 2 круга до финиша. Thank you.
8 секунд, ребята, не приду. Это было опрометчиво. Можно было просрать все. Топливо осталось на один круг. Подэкономим немножко топлива на всякий случай. И то они ко мне не приближаются, а отстают. Да, почти 11 секунд. И ну что? Есть победа? Да. Побеждаем. Отлично. Несмотря на жесточайшую борьбу, 4 секунды штрафа в начале гонки с этой вот мразью, которая на третьем месте. Медленные 11 секунд, 16 секунд. Темп, конечно, не тот, но то, что я рассчитывал. Но тут такие обстоятельства, что пришлось поместиться, побороться. Это да. Потом будет интересно повтор смотреть. Провалившись на старте, отыграться, это всегда приятно. Же стартовать-то поменьше газу, что ли, давать. Да, победа 81-я. Восемьдесят первая победа, пол лучший круг, 46 очков. Че так мало? Он такой говорит, yes. Да, такой. Ну мы сейчас за победу боремся. Очки нам все равно.
Ладно, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до встречи, всем пока и с победой!